давно не была в ГУМе, и вот мы с девочками встречаемся в ГУМе, а там весна. Там... И, конечно, мы решили посетить и гастроном, легендарный гастроном, который навевает столько воспоминаний. Вот мы с вами в этом первом гастрономе, в которой действительно когда-то были очереди в нашу юность, огромные очереди. Здесь продавали колбасу, которую нигде нельзя было купить. Это я помню. Название магазину дал еще Ленин в годы НЭПа. Летом 1953 года Георгий Максимилианович Маленков, в то время фактически лидер СССР, подписывает постановление Совета министров об организации универсального и гастрономического магазина в ГУМе. Ответственным был назначен министр торговли Анастас Иванович Микоян. Двери ГУМа открылись. Этот универмаг может вместить одновременно до 40 тысяч человек. Три его галереи – это три широких проспекта, и на каждом проспекте три этажа. Общая длина всех прилавков ГУМа – 2,5 километра. Когда-то в этом здании были купеческие торговые ряды. Сейчас для нового советского универмага пришлось многое переделать, перестроить заново. Убраны стены, разделявшие огромное здание на тесные клетушки-магазины. Снова в гастрономе ГУМа. С утра до вечера заполнены его залы. Субботние праздничные дни особенно много покупателей у прилавков, где продаются всевозможные закуски, деликатесы и все, что к ним положено. А вот сейчас, мы в сладком отделе. Замечательно. А вот «Москва. Счастливые моменты» как раз про то время, про которое говорила. Который гастроном был, наше все это. Все знали про этот гастроном и все сюда приезжали. А вот куличи 853 рубля. Вот этот поменьше 225. Вот тот большой 421. Вот тот вообще 1195. Этот 522. А вот еще посмотрите, какой огромный. 823. Видите? Ой, какие пирожные. Ой, ой,
ой, какая прелесть. Ой, какие пирожные. А вот яйца шоколадные. Ой. А вот куличи, посмотрите, какие изумительные, зеленым верхом, боже. Ой. Царство, сладкое царство. Вот скоро Пасха будет, и можно будет все это есть. Ой, какие конфетки. Это ручные, да, ручной работы конфеты, да? Да, мы совершенно верно. Идея возродить продуктовый магазин после его упразднений в 90-е годы прошлого столетия возникла у Михаила Кусневича, возглавлявшего компанию «Боско». Новый гастроном должен был погрузить покупателей в недалекое прошлое эпохи СССР и в то же время придать заведению формат уже 21-го столетия. И уже в марте 2008 года магазин под вывеской «Гастроном номер один» распахнул свои двери. Первоначально гастроном в ГУМе располагался на первой линии, а не на третьей, как сейчас, и его окна были обращены на Красную площадь. Гастроном номер один. Так в советское время назывался другой продовольственный магазин, бывший Елисеевский на Тверской улице 14. Для каждого гостя была приготовлена именная дисконтная карта гастронома, а к ней прилагался неожиданный подарок – 10 рублей старыми советскими деньгами. Получив в руки заветный червонец, кто-то наверняка прикидывал, сколько стаканов газировки или рожков с мороженым можно купить на эти несусветные когда-то деньжища. А кто-то вспоминал свою стипендию и думал о том, как было бы здорово этот червонец заполучить тогда и как можно было бы на него гульнуть. Только сегодня, в ночь любимых цен, на эту десятку можно будет купить все, что захочется. Вот настал тот самый час Х. Не толпитесь, соблюдайте очередь и порядок. Среди вас находятся женщины и дети, люди пожилого возраста. С этого момента гастроном номер один будет работать круглосуточно и без перерывов на обед. Но в ночь любимых цен люди не верили в такое счастье. Видимо, каждый боялся не успеть впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда юности, и поэтому все торопились, толкались и стремились внутрь. Молочные сосиски и докторская колбаса пользовались небывалым спросом. Тут и пригодились советские рубли, трешки и пятерки. Дешево пока, берите. Хорошо. Тамбовский окорок. Вот потом я взяла еще это самое. Колбаску. Так, вы хотите, чтобы я вышла? Нет, нет. Я выйду. Вставайте. Нет, стой, подожди, пожалуйста. Это нормально, как раньше. Потрясающе. В новом магазине, первом магазине страны, такое же изобилие, как тогда. Гости постепенно расходились по домам. Попав в прохладную московскую ночь, опьяняющее действие ностальгии постепенно рассеивалось, оставляя приятный осадок и увесистые сумки с любимыми продуктами. Ночь любимых цен
превращалось в утро праздничного дня 8 марта. И мимозы оказались очень кстати. И что приятно, удивило то, что люди с удовольствием встали в эту очередь. Никто так по-снобистски не нахмурился. Hazırdır. А какие ароматы здесь, вообще вам не передать. Заходишь сюда, что-то обязательно хочется купить. Дорогие мои подруги, большое спасибо за прекрасный, чудесный день. Дорогие друзья, спасибо, что и вы с нами были в этот день. Надеюсь, вам понравился мой фильм. И если да, то, пожалуйста, ставьте лайки. А если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. До следующей встречи на канале «Мария Великотная». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Привет!